Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Всем привет и приветствую вас на канале Денчик за Дзен. С вами, конечно же, Дэн. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Тебе несложно, мне приятно. И запомни, добрые дела всегда возвращаются. А сегодня мы посмотрим трейлер к сериалу 23-го года от Netflix. Это такой аниме-мультик Гомера «Возрождение». Будет про гигантского монстра-черепаху Кайдзю, который возвращается, чтобы защитить мир. Кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра. А мы, конечно же, поехали. Есть выжившие? Даже трупов нет. Может, сбежим? Нет, так нельзя. Надеюсь, она не в канализации. Она еще не настолько большая. Третий отряд в С5 уничтожен. Авиация, 15 минут. Понял, едем на место. Эй, есть кто на связи? В чем дело? Где мои очки? Я тут такое узнал. Серьезно? Давайте успокоимся. 6 эпизодов. Что это? Внезапно появился летающий объект. Что? Ситуация повернулась к худшему. Она все ближе. Не может быть. Гомера, 2023 год. Легенда. За такое мне должны доплачивать. Пробудилась. Гомера. Возрождение. Короче, вы поняли, что будет, если перекормить черепаху? Я не знаю, японцы даже не стараются. Они просто штампуют эти аниме и подают, а люди это все хавают. Картинка не изменилась с тех годов еще, когда покемонов они снимали. Вообще ничего не изменилось, мне кажется. Как было... Графика какая-то, такая она осталась. Я ничего плохого не говорю, конечно, это может быть и прикольно. Тем, кто это нравится, пускай нравится, но мне кажется, что можно было бы намного качественнее пририсовывать эти картинки. Я даже не знаю, что сказать, но аниме есть аниме, он так всегда и остается. Нарисовка, конечно, я не знаю, но еще раз повторяюсь, блин, аж глаз режет, у меня же глаз задергался. Надо остановить, видите, палец дергается. Не знаю, но... Плагиат, не плагиат? Фиг знает. Что там будет, это мы, конечно, увидим потом. Но пейнт, конечно, был красивый. Наверное, не каждый может так прорисовать. Это уже не из 90-х картинка. Это неплохо, мне кажется. По крайней мере, мне так показалось моментом, сколько я там просмотрел. Но в любом случае, в полном объеме, такое ощущение, что художникам были руки поломавшие. И вот только-только они начали восстанавливаться, и они начали рисовать эту картину. Поэтому... Но плюс в том, что кроме Годзиллы еще о ком-то вспомнили, правда? Потому что есть еще и другие кайдзю, как мы знаем. Кстати, Гомера – это второй по популярности кайдзю, который идет после Годзиллы. Вот такой вот фактик небольшой. Но про него почти, наверное, никто и не слышал уже, правда? Правильно, так оно и есть. Поэтому не подписан, подписывайся, ставь лайкосик, если тебе понравился видосик. Ставь дизлайкосик, если тебе не понравился видосик. Ну и, конечно же, до будущих встреч. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.